Rider, Buster, you need help. Всем привет, с вами Макс, вы на канале Top Drive Games, и сегодня мы играем в мобильную игру No Limit Drag Racing 2.0. Первый раз запустил эту игру, еще ни разу в нее не играл, и как мы зашли, нам сразу же дают 40 тысяч долларов. Игра, естественно, под Pro Drag Racing. Итак, давайте посмотрим, что это за игра. Я так понимаю, что нам нужно купить тачку. Это дилершип. Ух ты, тут типа есть современная, ретро, престиж, limited edition. Ну-ка, что это тут такое? Охренеть. А, ну тут в принципе типа платные тачки. Уже подготовленные под drag racing. Но нам такие не нужны. А что у нас в ретро есть? Ух, какой. Блин, слушайте, а графончик такой неплохой. Вау, вот это классный вообще. Что-то типа Эль Камино, только более современного, что ли, я фиг знает. О, кстати, все тачки по тридцатке стоят. О, классный корвет. Вот эта тачка ничего такая. О, еще один корветик. Так, это вот это AMC вроде тачка. Так, Blair. А давайте посмотрим, что у нас в современном. Ой, какой смешной Камаро. Мустанг. Еще один Мустанг. Ух, Доджи классный. Но, блин, он на штампах смешной такой. Супра. Джип. Корвет. Вайпер. Мустанг. Блин, какой-то Камаро смешной, что и все, что ли? Блин, ну из всего этого мне вот этот Мустанг больше всего понравился. Но, а кстати, что престиж? А, престиж, понятно, все платное тут. Блин, давайте выбирать из ретро тачек, скорее всего. Блин, вот этот классный. Даже не знаю. Глаза разбегаются, что выбрать? Много прикольных тачек. Даже не знаю. Так. Ну, скорее всего. Вот, блин, может такую. Типа 80-е. Ну, давайте ее выберем. Камара. Тут ничего нельзя открыть. Нет. Так. Кастомайз. Что у нас по тюнингу есть? Части. Так, мы можем поменять капот. Ух, ни хрена себе какие. О, вот это воздухозаборник. Так вот, воздухозаборник. Охренеть. Жесть. О, прикольно. Вырез такой. Так, далее, что у нас тут есть? Антикрыло. Каточки. Катков, в принципе, много. Передние катки. Номера. А вот. Передний бампер, короче. Типа зализанный передний бампер. Так, в смысле, я ничего. Cancel, да. Что еще у нас тут есть? Ну, перекрасить машину. Потом есть типа наклейки. Ну и лейблс. А, это типа затонировать. Так. Апгрейд. Что у нас по апгрейду? Engine. Я думаю, нам надо сразу поставить. У нас еще десятка есть. Турбинку, да? Наверное, этот мы поставим. Компрессор. Давайте поставим компрессор. Вау! Офигенно! И... А, в смысле? Мы не можем ставить компрессор и нитро. Ну, давайте выхлоп... Блин, офигенно! Мне нравится! Посмотрите, какой мотор детализированный.
Офигеть, классно. И причем мы, когда меняем запчасти, то и запчасти визуально тоже меняются. Блин, классно. Вот это мне нравится. Так, карбюратор поменяли. Что у нас тут есть еще? Так, давайте мозги поставим. Вот тут лаунж есть. Так, нет, пока мозги не будем ставить. Давайте, наверное... Ой, покрышки дорогие, больно. Так, трансмиссия. Что у нас тут по трансмиссии? О, давайте сцепление... Блин, что-то дорого. Да, давайте сцепление поменяем. И 800 баксов у нас остается. Но нам нужно... Ой, там тачка вдалеке. Вау. Прикольная тачка. Так, что у нас тут тюн? Можем мы, короче, тачку полностью настроить как нам угодно. О, подвеска. Клиренс. Можно, короче, тачку занизить. Да. Короче, вообще офигеть, можно как угодно тачку настроить. Блин, классно. Давайте замерим. А. Нельзя, короче, платно. Блин, а это очень плохо. Типа платно, короче, замерять на диностенде тачку. Ну и хрен с вами. Давайте гонку. Так, карьера, мультиплеер, ивенты, свободная езда, тест и тюн. Ну-ка, давайте фрирайд. В мультиплеер зайдем сразу же. Ну, блин, слушайте, графа неплохая. И звуки вроде даже неплохие. Правда, конечно, физика управления такое себе. Так, вид можно... А, это типа автомат или механика. А вот камеру можно типа вот так сделать. Из салона нету вида. Понятно. Тут, короче, нам делать нечего. Фоторежим, кстати, есть. Так, давайте гонка. Карьера. Вот, турнамент. Рейс. Оух. Я даже не знаю. Фига себе, у нас классный этот. Так, мы прогрели резину. А, тут лаунч. А, переключаться тоже надо ведь. Ну, в принципе, мы его натягиваем вообще. Ну, это очень изичный соперник был. О, тут, кстати, износ двигателей и износ покрышек. Так, у нас получается время 1/4, 12,6. Блин, вообще, кстати, неплохое время. Ну, у нас просто компрессор стоит, понятное дело. Так, что-то я пока не понял, как шины прогревать нормально. Блин, пока старт у меня не особо получается. На первой пробуксовочка такая. О, мы вообще его как лошпеда делаем. Ой, вообще плохо что-то. А, нет, 12,2. Неплохо. Тут, кстати, даже можно реплей посмотреть. Раунд 3. Кстати, почему-то название тачек не пишется. Очень странно.
Так, давайте-ка. Ждем желтый сигнал. Сразу же вторую подтыкаем. Сейчас должны лучше проехать, кстати. Интерфейс неплохой. Графика, кстати, ну такая приемлемая. Неплохая. Так, 12.2. Ну, в принципе, мы... У нас то же самое время. Сколько там? А, еще 4 раунда у нас. Ну, это вообще изично, так как мы сразу же поставили компрессор. Если бы у нас компрессора не стояло, я думаю... А, вот, блин. Тупо, короче, газ жмешь и все. Это слишком легко. Сейчас мы вообще должны уехать прям в точку. Если я старт. Блин, что-то у меня плохой старт. Зеленый быстро загорается, я не успеваю среагировать. О, 12.1. Нормально, время улучшили. Так, еще нам, получается, троих надо натянуть. О, против современных. Против Мустанга мы поедем сейчас. Ой, блин. Что-то плохо прогрели. Ой, вообще плохо. И переключился я очень плохо. Все, мы его не натянем. А, давай, давай. Блин, я походу всрал, да? Да, я всрал. Блин, один раунд просрал. Ну я, короче, на старте затупил и резину нормально не прогрел. Короче, надо просто тупо газ сжать и пока до зеленой не дойдет, не опускать. Так, вот здесь нормально мы переключились. Ну, вообще как лоха натянули. Вот, даже время улучшили. Блин, надо выехать из 12 секунд. Че, у нас 2 раунда еще. Крис Миллиган. Блин, обидно, Мустангу проиграли тогда. В принципе, игра по всем канонам драг-рейсинга. Тут и прогрев, и тюнинг специальный. Вообще прям со старта натянули. Финиш. О, мы выехали из 12. Класс, 11.9. Блин, износ двигателя прям такой жесть. И чё, финалочка? Будет ли жестким этот противник? Соперник. Прогреваем резину. Ну давай, покажи, на что ты способен, Камаро. О, вообще шикарно, шикарно. Ну, начало очень легкое. Ну, мы закончили турнирмент. И что, получается, типа, выход? 6 косарей мы, получается. Ну, понятно, как обычно, реклама. Ребят, всем привет. Купил вот такие бочонки у стола. Блин, а вот скипнуть можно.
Так, мы, получается, турнамент выиграли. У нас 10 тысяч. О, кстати, мультиплеер. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Блин, тут со взносами. Но у нас пока тачка, конечно, для онлайна слабенькая. А что-то, кстати, гараж. А, тут можно, короче, гараж улучшать, типа, обстановочку ему разную создавать. Прикольно. Материалы. А, вот оно как. Блин, прикольно. Аксессуары. Охренеть, можно тут навыставлять всякого. А что тут у нас еще есть? Так. Давайте-ка сделаем апгрейд тачки. Давайте шины тогда, может. Сколько у нас шины? 5500 стоит. Блин, самые топовые 10. Но драговые. Блин, пока, наверное, рано резину покупать. Чё по двигателю? Давайте блок улучшим. Головку блока цилиндра. Поменяем поршневую группу. Так. Так, это тоже ставим. Свечи меняем. Прям можно... Прям топовые свечи поставим. Дистрибьютор. Катушка зажигания, что ли? Ну, давайте тоже самую топовую поставим. Оставим пока 2000. Что у нас тут по этим есть? По гонкам. Карьера. Так, ну у нас тут квик-рейсы только, да? Ну, давайте вот квик-рейс. 1000 футов. А тут одна гонка всего. Ну давайте. Ох, ни хрена себе против Вайпера. Вы чё, ребята? Чё-то мне стрёмно против Вайпера ехать. Посмотрим. Я боюсь. Боюсь против Вайпера ехать. Не надо, пожалуйста. Не наказывай меня. Ну. Охренеть! Надо резину менять. Охренеть, он повалил. Жесть. Сколько? 8,8. Офига себе, блин. Блин, мы вроде особо-то прям, я бы не сказал, что до хрена протюнили. Жесть. Чё, тут все на 1/4 мили? Ну, давайте сгоняем. Против кого мы поедем? О, это вообще как ложка сейчас сделаем. Жесть, блин. Я представляю, как тут тачка повалит, если ее на максимум прокачать. Блин, ну, слишком легкое начало. Притом я каждый раз старт просыпаю. Так, так. Так, мы наравне едем. Блин, он вырывается. Вот и конец нашим победам. Только сказал, что слишком легко. А, так мы победили все равно. Блин, ну вот это уже борьба такая была. Давайте, кстати, починим тачку. Кстати, интересно, как это повлияет. Так, новые тачки available. Ну, это нам, короче, не светит. Так, кстати, что по сеттингу у нас? Rolling Burnout, это в смысле... А, Prestige еще есть. Digital... Так. А давайте-ка вот включим все и посмотрим.
Все включим на максимум. О, игрофон, кстати, можно настроить. А чё это я сразу ни хрена не настроил? Конечно же, все на ультра ставим. Так, у нас, по-моему, прям отражения такие нормальные появились. Давайте зайдем в гоночку и посмотрим, как у нас изменилась графоний. Ух ты, блин, слушайте, а графон-то покрасивее стал. Блин, против корвета, что-то жестко. Что-то я пережег резину. Прикольно эти, кстати, приборы изменились. А, это типа подъехать к престейджу. Блин, а слушайте. Ой-ой-ой, понесло-то как. Блин, вот этот светофор намного интересней. Но диджитал эти спидометры мне не особо нравятся. Блин, графоний вообще неплохой. Ну, в целом, игра неплохая. Мне очень понравилось то, что тут реально меняешь запчасти, она меняется, даже двигатель. Они очень детализированы. Ну, пока что легко, конечно. То, что они что-то дохрена денег прям на старте дают. Ну-ка, фото. Фоторежим. Что у нас тут? А, то есть, ну вот, в принципе, мы можем тут прям рассмотреть тачку в деталях. Блин, вот смотрите, реально, графон неплохой. Эффекты наложить. Ну, блин, слушайте, игра, в принципе, играбельная. Я бы не сказал, что она какое-то дно. Вообще, ну, уровень держит. Мне, в принципе, понравилось. Конечно, бы посложнее гоночки. Но, возможно, они попозже появятся. А мы один чемпионат прошли. Я думаю, тут в основном так. А как вот это закрыть мне? А, вот. Мне кажется, в основном тут в мультиплеере гоняют. Но тут вон, о, 100 баксов ставка. В смысле? Я что-то не понял, а что это такое? Ну, я так понимаю, это ставка. Вот косарь. Блин, а как подключиться-то? Давайте еще раз перезайдем. Я так понимаю, это ставки. Ну, два косаря. Блин, полная. О, против чувака. Блин, у него, наверное, сильно заряженная тачка. Ну ладно, пожертвуем двумя косарями, чисто посмотреть. Ой, я что-то резину не прогрел. Блин, забываю, что надо держать до упора. Блин, мы слили, короче. Ой, да, это вообще... Я говорю, надо тут на максимум тачку прокачать. Даже если бы я резину прогрел, я бы вообще тут слил.
Сколько у него время? 6,7, блин, ну это... Ну ладно, посмотрели хоть онлайн. Короче, в онлайн тут вообще... Пока ты на максимум не прокачаешь, вообще там делать нефига. Ну, в общем-то, вот такая вот игрушка. No Limit Drag Racing 2.0. В принципе, мне понравилось. Играть можно. Графон нормальный. Тюнинг классный. Тачек много. Ну, единственное только то, что тут много кнопок жать не надо. Газ и передачу переключать, да и все. Так что, не знаю, играли ли вы. Но если вы играли, и, ну, даже если не играли, а посмотрели этот обзор, напишите в комментарии, как вам эта игра. А с вами был Макс. Всем пока. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии, подписка и так далее. Всем до новых встреч, до новых игр. Пока!